Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами как всегда Пип, и сегодня мы поиграем с вами в игру, которая называется House Builder. Здесь мы, видимо, будем строить дома. Давайте скорее приступим и посмотрим. Итак, первый дом, который нам нужно построить, это иглу. Иглу — это такая у нас избушка, которая делается из кусков льда. Давайте посмотрим. Так, играть. Скобель. Что это такое? Ручной инструмент для строгания и окоренения древесины. Он оснащен двумя рукоятями и стальными лезвиями. Им нужно работать к себе. Да, прикольная штука. В столярных мастерских часто до сих пор применяют такую штуку для обработки древесины. Так, интересно. Как же мы будем тут строить... Так, любопытный, приятно видеть вас на строительной площадке. Я надеюсь, что погода вас не испугает. Честно говоря, это непростой способ заработать себе на хлеб. Как вы знаете, мы строим дома по всему миру. В будущем вас ждет более внушительные постройки, разнообразная игровая механика и сложные задачи во время строительства. Команда FreeMint желает вам хорошо провести время. Удачи. Ну, давайте начнем. Так, это у нас собачка. Смотрите, какая прикольная. Песик. Так, костер. У нас есть инструкция. Блоки из снега. Что же тут нужно? Прежде чем начать, вы должны забрать блоки из снега в инвентарь. Когда вы увидите оранжевую руку, можете нажать клавишу E, чтобы забрать предмет в инвентарь. Если в вашем инвентаре уже есть блоки из снега, вы можете начать строить из них. Нажмите левую кнопку мыши на зеленом плане, чтобы установить их в правильном положении. Ну, я думаю, мы разберемся на самом деле. Так, берем блок и ставим. Все, в принципе, ничего сложного. Это что у нас такое? Так, предмет. Это у нас какой-то ножик. Ага. Так, ну я думаю, мы сейчас разберемся, как тут долбить. Вырежьте из льда кусок. А, я так понимаю, нам надо вести аккуратненько. Так, что-то я зря нажал, походу, пропустить. Да что ты будешь делать-то? Как тебе? Как тебе? Так, инструкция. Вырежьте изо льда новый кусок. Но я пытаюсь вырезать. И что-то хреново режется-то. Блин. Ну и что ты не хочешь резать-то? Куда надо... надо вот тут вести, вот так вот. Все, я понял. Сейчас разберемся. Так, да что ты хреново так режешь-то? Аккуратненько, вот так. О, отлично. А что, мы по одному куску должны таскать, да? Окей. Так, открыть. Дерево навыков. Что это такое? Начинающий эскимосский строитель. Благодаря этому навыку вы можете вырезать в 2 раза больше блоков изо льда за то же время. Так, активируем. Так, отлично. А где наш ножичек? Так, погнали. Дальше вырезать аккуратненько. Режем. Так. Блин, а прикольно. Так, взяли 2 блока сразу. И бежим сразу их ставить. Наверное, по кругу сначала будем. Так, берем наш ножичек и опять. Блин, я не ожидал, что нам придется еще тут блоки добывать-то. Внимание, костер гаснет. Если вы прямо сейчас не подбросите в него дров, костер погаснет, и вы, и я... Я, походу, проиграю. Так, это все хорошо, давайте быстро. Блин, да подождите вы. А что мне с костром-то делать? Так, дровишки надо взять и вот сюда кинуть. Так, подымай аккуратненько и кладем. Подымаем и кладем. Нормально же все. Все, теперь горит хорошо. Так, режем дальше. Режем. Забираем. Бежим ставить. Блин, ну а прикольно сделано.
Еще раз. Быстренько вырезаем кубик. Ну, блин, да что такое-то? Во. Найдите другой источник. В смысле, а что у меня, блин, тут теперь закончился лед, что ли? Ошибись, и где мне другой источник искать? Так. Чтобы начать строительство иглу, сначала вырежьте... Так, а где мне другой источник найти? А как мне его искать? Это все чудесно. Алло, где... А, во, источник есть. Окей. Конечно, блин, это не то, что я ожидал. Да блин, давай режь, еще так неудобно тут нож вести. Все. Забираем, бежим строить. Так, кидаем. Так, отличненько, новый скилл. Так, что это такое? Начинающий бегун. Этот навык позволит вам бегать и ходить на 30% быстрее. Мне бы резать. А, получше так активировать не могу. Так, ну ладно, давайте бегать хотя бы будем быстрее. Хотя я бы хотел вырезать на самом деле побольше квадратов сразу. Из-за льда. Так, ну да, чуть-чуть прям быстрее бегаю. Так, новый скилл опять у нас открылся. Что у нас открылось? Где? Так, во, еще кубики льда. Отлично. Сейчас, наверное, по 3 у нас будет уже. Так, вырезаем. Сейчас посмотрим, сколько у нас кубиков будет теперь за... Ух ты, ё-моё, вот это ништяк. Вот это гора кубиков, так гора кубиков. Это уже хорошо. Прям 4, 5. 5 штук. А, 6. 6. 6 кусков, это очень круто. Так, давайте еще нарежем льда. Аккуратно. Ох ты, еще забираем. Новый источник нам нужно опять искать. Так. Блин. Вот с поиском источников, конечно, хрень полная. Так, во, давайте вот тут попробуем вырезать. Это же надо постоянно запоминать, где эти все источники находятся. Так, строим. Все, кончились наши штуки, из которых мы строим. Так, вот тут мы вырезали или нет, я уже не помню. Да, нам в принципе без разницы. Я думаю, нам тут везде хватит места. Так, у нас еще один навык. Так, погодите, кирпичик забыли. Сейчас мы поставим сначала эти кирпичики, а потом уже будем навык. Так, что-то темнеет. Так, что за фигня? Так, наверное, надо харю погреть. Так, он... А что такое? Почему у нас, блин, так с лицом-то хреново стало? Так, активируйте. У меня морда замерзла или что? Так, давайте в костер О, у нас костер просто тух. И мы начали замерзать, блин. Так, надо энергичнее строить, иначе мы тут реально замерзнем с вами. Так, потому что дерева у нас мало осталось на самом деле. И мы можем просто не успеть. Мне так кажется, мы реально можем не успеть достроить. Так, давай-ка, вот так. Смотрите, прям строим офигенно. Прям бах, кирпичик за кирпичиком просто. Так, закончилось, да? Так, ищем следующую лунку. Следующая лунка у нас вот тут. Вырезаем аккуратненько. А, гору кирпичей, просто гору. Вырезаем и бежим. Бежим дальше строить нашу иглу. Так... Блин. На самом деле кирпичей-то еще много придется резать, если так посмотреть. Мы только к половине приближаемся. Так, тут мы все выковырили, тут еще не все. Тут еще можно немножечко подрезать льда. Хорошо, блин, режем. Эть, во. Все, все взяли все камушки, давай. Из льда собираем. Так.
Опа, 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 опа. Блин, как эскимосы строят, это пипец, это ж такой геморрой, представляете, надо реально нарезать льда почти одинаковыми кубиками, чтобы построить эту хрень, так надо еще, блин, там водой смазывать, чтобы это все слиплось. А на самом деле прикольно, в этих штуках очень даже тепло. А кто бы не думал, что там холодно в них, нет, в них реально тепло. Так, все собираем булыжники. И бежим. Так, блин, опять у нас начинает морда замерзать. Причем очень сильно замерзать. Так, давайте пойдем дровишек подкинем. Так. Ай, блин, мне надо вот эту всю фигню скинуть. Все скинул. Так. Берем поленко и... Так, промахнулись, да? Так, вот сюда его положим. Так, ну смотрите, мы в принципе уже так достаточно нормально прокопали. Так, ну чё, давайте тут резать, ничего не остается, блин, все дальше и дальше уходим, все дальше и дальше, блин, вот серьезно, если с таким ножичком вживую резать, просто умрешь. Эскимосы давно используют нормальные такие, блин, резаки, а раньше, да, раньше они вот такой хренью прямо и долбили лед, у них там, я не знаю, из оленьего рога было, скорее всего, там какое-то приспособление. Потому что, ну, камней, я сомневаюсь, что они где-нибудь могли найти камни в ледяной пустыне. Их просто, в принципе, нереально было где-то взять. И такие ножи делались как раз из каких-то вот костей, зубов моржей и так далее. Так, ну нам осталось почти начать и кончить, как говорится. Осталось чуть-чуть, мы уже, блин, приближаемся к финалу. Я, по крайней мере, ну вот так это себе представляю, осталось немного. Давайте скилл повысим. Тут что у нас такое, силач. Увеличивает силу. Ну, блин, я не знаю, нужна ли нам эта сила. Нам бы точек поблизости, где копать можно было. Во. Где побольше бы копалось, и все. А вот это все сила. Не, может быть, мы, конечно, блин, больше камней можем таскать, но нифига. Таскаем мы их столько же. Сколько и до этого. Так, давайте, давайте, давайте. Быстрее строим. Блин, сейчас опять начнем, кстати, замерзать. Все, опять кончились камни. Ледяные у нас булыжнички вот эти. Было бы прикольно, если бы тут приходилось нам еще раскапывать эти штуки. Ай, блин, так, нет. Надо бежать, подкинуть в костер дрова. Иначе у нас сейчас харя замерзнет и собака наша замерзнет. А если песик замерзнет, это будет плохо. Так, тут мы все вырыли. Вот тут, блин, и тут мы все вырыли. Блин, а где рыть-то? Чё, прикалываетесь, что ли? Я ж тут где-то только что нашел. О, нашел место. Хорошо. Так, надо бы еще аккуратненько как-то встать поудобнее. Потому что, блин, водить вот по этой фигне очень как-то неудобно. Благо, у нас все это собирается очень быстро. Так. Все, забрали. Бежим. Ну, собаке хорошо, она там тусуется, ей нахрен ничего не надо. Она у костра стоит, ей там тепло, ништячно. А мы тут, блин, давайте блоки, значит, складывать, да? Блин, они все прибавляются и прибавляются, прибавляются и прибавляются. А как мы наверху будем складывать? А, скорее всего, изнутри. Потому что по-другому мы не дотянем. Блин, опять я замерзаю. Чё так быстро-то? Так, прогресс строительства у меня что-то прям... Очень медленно идет, 33%, серьезно? А я думал, что-то больше. Так, где мне резать? Вот, вот тут мне резать. Давай, чувак, режем быстрее нам. Столько еще надо сделать тут. Так, забираем, 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 быстрее все, несемся. Мы очень быстро стали замерзать.
Так, 2-2-2-2-2-2-2, плюс 2, плюс 2, плюс 2. Это нам прибавляются очки опыта. Все. Так, новый скилл у нас открылся. Какой? Вот этот? У вас уже это есть. Так, во, марафонец. Типа еще быстрее бегаем. Да я бы не сказал, что мы прям быстрее бегать начинаем. Ну, немножечко быстрее, немножечко. Кстати, а вот эти штуки вообще, может, замерзают? Мы, может, посмотрим с вами первую точку, где мы добывали. Возможно, там все уже опять льдом затянулось. А мы бегаем, блин, в такую даль. Сейчас вот эти все кубики накидаем и проверим с вами. Возможно, реально там уже все замерзло и можно опять оттуда добывать. Так, опять у меня Харри мерзнет. Харри мерзнет, так, подкидываем. Ну-ка, проверяем, нифига тут. Повторно нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Блин, а давайте с этой стороны посмотрим. Тут же где-то... О, прям рядом место есть, охренеть. А мы там бегаем вдали, блин, пытаемся кусочек льда намутить. Так, все, собрали все кусочки. Так, 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 так. Ну, куда дотягивается мой взгляд, я туда и закидываю. Пытаюсь, по крайней мере, закинуть. Вот с этого края нам еще надо чуть-чуть. В принципе, если так посмотреть, то мы уже почти закончили. Именно саму иглу собирать. Но, видимо, там еще нужно отделку какую-то делать. Ну, так, забираем все кирпичики. Ни один нельзя оставить, потому что, блин, тогда будет дырочка и будет снег проваливаться. Так. Не вижу, блин, где еще осталось место-то? Раз, два. А, блин. Так, где? Ну, подождите, не вижу. Собака, блин. Хоть бы взяла, блин, палку в костер кинула. Так, ну я присел, а влезть-то я могу? А, серьезно, да, я могу уже изнутри, получается, заделывать. Так, и у меня тут, видимо, последний подход остался из этой лунки, да? Окей, так, забираем все кубики опять. Но я думаю, мне сейчас их хватит как раз заделать. Как раз хватит заделать все, раз... А может, блин, одного кубика и не хватит. Не, блин, они же тут еще прибавляются. А, не, все, мы закончили. Отлично, главный купол готов. Че, теперь нам еще вход надо? Блин, еще надо вход сооружать. Нажмите клавишу 0, чтобы открыть магазин. Ну-ка. И, так, у нас... А где наши деньги? 489 баксов у нас. Так, деревянные баррикады. Купим. Так. Деревянные баррикады, я даже не знаю, как их поставить-то лучше. Нет, давайте пока иглу доделаем. Подождите, что это мы так не дорезали? Я понимаю, что нам надо все это обустроить. Но как бы надо и вход доделать до конца. Так. Так, собака. Вот, отличненько. Вот теперь уже симпатичнее хоть выглядеть начинает. Вот, видите, тут нам еще надо закругление сделать. А мы уже собрались, прям обрадовались. Нифига. Так. Отлично, еще куча булыжников у нас нападала. Так, сюда. Должно хватить сейчас на все. Так, еще 4, да? Все. Хватило. Отлично, мы построили иглу. За 16 минут. Так, оставаться здесь. Ну, давайте, наверное, теперь, что нам нужно сделать? Наверное, надо украсить ее. Так, а как... Так, подожди. Возьми эту фигню, как нам крутить предметы. Во. Все, как крутить, я понял. Так, ну, давайте сделаем, наверное, как-нибудь красивенько так поставим, чтобы у нас был заборчик. Вот так, например. И вот так. Че, не можем? Не ставится, что ли?
Ладно, давайте с другой стороны поставим. Блин, опять Харри замерзает. О, нет, нет, о. Так, собака, блин. Все. Так, вот этот булыжник нам надо тоже забрать. Теперь что нам нужно? Нам нужно что-нибудь красивенькое. Рамка для растяжки шкур. Да, почему нет? Мы ее поставим вот куда-нибудь. Да что ты с этим булыжником все носишься? Поставим рамку. О, блин, нет. Нет, нет, нет. Мы ее поставим вот сюда. Да что ты не хочешь ставить-то, алло? Не, не хочешь ставить нигде тут рамку эту? Какого хрена-то? Вот я хочу ее сюда поставить. Вот она красиво тут будет смотреться, но что ты... А мой строитель ее ни хрена не хочет нигде ставить, ладно. Так, булыжник. Нахрен. Так, что мы тут можем? А у меня, может, денег не хватает? Я просто не вижу баланс своих денег. Санки. Так, санки. Пусть санки тут стоят для красоты. Так, давайте деревяшку подкинем еще. Прям уже видно, что Харри у нас замерзает. Так, еще подкинем. А у нас дощечки-то появляются, походу, сами. То есть они тут у нас не заканчиваются. Дальше. Давайте обустроим, блин, сани. Сани нам нахрен, Санта-Клаус. Елку. Елку обязательно. Новый год же на дворе, ё-моё, ребята. Ставим тут елку. Смотрите, красотень у нас какая. И, наверное, Санту к нему купим. А Санта будет стоять вот тут. О, ништяк, смотрите, какая красота. Так, блин, меня вот этот вот булыжник напрягает. Дайте его куда-нибудь сюда выкину. Так, а сани мы возьмем и поставим вот сюда. Вот так же они лучше смотрятся. Так, гирлянда. А куда мы можем такую гирлянду присобачить? Просто я даже не знаю. А куда-то наверх, на иглу она нифига не пойдет, значит, не пойдет и сюда. Так, давайте подарков накидаем. Подарки на санки. Вот так вот. Ну, разукрасим просто интерьер, почему нет? Так, сюда подарочек такой и вот такой. Вот типа Санта к нам приехал, привез нам подарки. Так, ну, слушайте, классно вышло. На этом мы завершим, и в следующий раз уже будем строить что-то другое. В принципе, очень даже прикольный симулятор. Это все те же издатели, что у нас другие симуляторы делают. Это у нас, получается, издатели, которые делали симулятор тюрьмы, симулятор разбора кораблей и прочие другие симуляторы. Что ж, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии, как вам игра. С вами был Пип, канал Games Reviews, до скорых встреч, увидимся, пока.